Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости, звучит карильон. Карильон – это музыкальный инструмент, в котором источником звука являются колокола. В Европе карильон появился в раннем Средневековье. В Россию он был привезен Петром I из Голландии. Возрождение традиции карильона на российской земле началось в конце 20 века. Есть язык, который понимают люди всех наций. Это музыка, универсальный язык духовного общения. Музыка будоражит душу человека, проникает в самые глубинные уголки человеческого существа, оголяет чувства, заставляет задуматься над осмыслением реальной действительности. В 1991 году усилиями директора бельгийской королевской школы карильона Ио Хазена при поддержке участия Государственного музея истории Санкт-Петербурга
началось создание нового карильона для Петропавловского собора. Новый Петропавловский карильон – это подарок Санкт-Петербургу от правительства Фландрии и более 350 спонсоров из разных стран мира. Карильон состоит из 51 колокола и звучит в диапазоне 4 октав. Самый большой колокол весит 3075 кг, самый маленький – 10 кг. На этом колокольном органе можно исполнять любые музыкальные произведения, от фубаха до современных джазовых импровизаций и фольклорной музыки. Звук колокола очищает, освежает, вдохотворяет. А когда колоколов много, возникает волшебство, которое посетители Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге имеют счастье слышать.